Ну, к сожалению, не получилось выиграть. Второй период получился провальным. Поэтому хорошего мало, но будем работать, стараться в следующую игру играть на победу. Но, в принципе, по первому и третьему периоду наша команда сегодня выглядела вполне достойно. Ну да, первый, третий период, третий мы уже пытались как бы на характере сыграть, вытащить игру. И первый неплохо провели, но второй период, что вчера, что сегодня, честно говоря. Не знаю, в чем причина, где-то пересменки или еще что-то, но непонятно, нам очень много забивают голов. Мы, получается, сегодня забросили на две шайбы больше, чем в итоге получилось на табло, но эти два гола, к сожалению, были не засчитаны арбитрами. Да, не знаю почему. В первом голе, я думаю, движения конька не было, чистый гол. Да и во втором тоже так не скажешь. Вернигор просто тормозил, и шайба попала в конек. Не знаю, почему судья не засчитал. Но это его решение, игра закончена, теперь уже ничего не поделаешь. По третьему периоду, как показалось, у нас были хорошие шансы отыграться, и у вас был момент, чтобы хитрик там сделать. Да, к сожалению, реализовал момент, стопроцентный, можно сказать. Но, не знаю, надо работать на реализации вообще в этом сезоне. Мало игр, где мы больше одной шайбы двух забиваем, поэтому надо работать над реализацией. У Алексея Николаевича Калидаева по предыдущему матчу были претензии к ребятам, что не так сильно много и часто шли в силовую борьбу. Как вам кажется, сегодня в этом плане не было никаких вопросов? Ну, сегодня били, старались, услышали его вчера и сегодня уже вышли по-другому на игру. Но немножко где-то недоработали, не хватило.